Добрый день всем большим и маленьким любителям посылок. Сегодня у меня два таких вот пакета пришло. В одном находится зарядное устройство, очень интересное, а в другом какие-то силиконовые изделия. Давайте начнем с них. Вот так их разрежем аккуратненько. Да, пришли силиконовые формочки для яичницы. На этот раз круглые. До этого же я получал от этого продавца в виде сердечка красную формочку для яиц. И теперь он прислал две круглые. Все верно, по заказу. Продавец получит однозначно 5 звезд. Очень мягкий силикон. Ту, которая в форме сердечка, я уже использовал. Вот. Но не слишком удобно, на мой взгляд, использовать, если вы, например, готовите яичницу из 3 яиц или из 4. То есть, там, одна формочка у вас, а остальные вы яйца и разбиваете, они растекаются по сковороде, и по краям белок все равно пригорает. Вот, поэтому и удобно использовать именно такое количество вот этих форм. Ну, например, вот я, как правило, делаю яичницу из 3 яиц. Вот у меня будет эти две и одна в виде сердечка, формочка. Вот 3 яйца. Вот удобно использовать именно 3 формы. То есть покупаете столько формочек, ну, моя рекомендация, ну, тут уж решать вам, конечно. То есть сколько вы, если 4 яйца используете в яичнице, такая у вас порция, то купите 4 такие формочки. Очень недорогие, там порядка 60 центов я платил за них. Ссылку приведу в описании внизу под видео. Ну, все, кто, собственно, кушает белковый завтрак, тому пригодятся вот такие вот формы. Очень удобно. Весь белок находится здесь. То есть толстенькая такая яичница получается. И абсолютно не сгорает белок по краям, когда вот он растекся, и тонкий слой, и он по краям весь у вас, ну, наверное, если вы делали яичницу просто на сковороде, то вы понимаете, о чем я говорю. Вот. С этими формами таких проблем больше не будет. Так, и вторая посылка. Так, давайте вот с этой стороны попробуем ее разрезать. Здесь находится, ну, на мой взгляд, довольно интересное зарядное устройство. Чем они интересны? Так. Первое. Второе. Третье и четвертое. Больше здесь, кроме уплотнителя, ничего нет. Так, отложу 3, оставлю одну зарядку. Будем ее смотреть. Скажу честно, первое, что меня привлекло, это стоимость. Очень низкая цена. То есть раньше эта зарядка продавалась. То есть это ей довольно уже, ну, несколько лет, как минимум, эти зарядки, они производятся. Модель называется, вот здесь название модели, VF-139. То есть очень известная зарядка, продавалась, ну, как минимум, там, не знаю, 3 года назад я ее видел. И 4, по-моему, года назад они попадались мне на Алиэкспрессе. Вот, и из-за того, что она достаточно универсальная, то есть можно вставлять разные типы аккумуляторов сюда, вот, она пользуется, в общем-то,